Железнодорожный переезд соответствует требованиям национального стандарта, оборудован световой и звуковой сигнализацией. И все зависит уже от дисциплинированности наших водителей. То есть со стороны АО РЖД выполнены все необходимые требования, обеспечены безопасный подъезд, видимость железнодорожного переезда. И в момент происшествия, со слов локомотивной бригады, они видели приближающийся автомобиль, и водитель тоже не мог не видеть приближающийся поезд.